Для нас очень важно иметь вот такие возможности, вот такую площадку, где мы можем пригласить наших партнеров, обсудить те вопросы, которые сегодня очень важны. Вот сегодня мы посетили КНИАД, увидели те производства, которые связаны с нашей авиационной промышленностью. Я считаю, что Российская Федерация, она была и будет авиационной державой, и такие регионы, как Татарстан, должны также вносить свою лепту в развитие авиационной промышленности. Перед нами большие задачи. Это КАПО, это проект возобновления производства самолета Ту-160. Это, конечно же, наш вертолетный завод. Это наш завод КМПО. Другие наши заводы, которые обеспечивают оборудованием, технологиями наши авиационные комплексы. Я уверен, что мы здесь найдем новых партнеров, договоримся о новых наших проектах, и я хотел бы поблагодарить всех участников выставки за то внимание, которое вы оказали, и то, что вы прибыли в нашу столицу Казань. И я желаю хорошего и делового пребывания в нашей республике.